Доброго времени суток. Замечательная картина. Гость или гостья, индюк или индюшка, но этот гость забрел в наш дом. И вот сейчас рядом с кустом роз, посаженным нашей дорогой Аллочкой, родственницей, которая живет в Нью-Йорке. И вот вы можете видеть, эти замечательные розы, наверное, уже четвертый раз цветут в нашем дворике. Взгляните на них, приблизим, увидите и, может быть, даже почувствуете их запах, этих роз. И вернемся к гости, к индюшке, но уходит уже из объектива зрения за сирень, которую тоже сажала наша дорогая Аллочка. Это уже большой кусть. А это картина, которую можно назвать «Осень Филадельфии». Будьте все здоровы, благополучны и оставайтесь все-таки оптимистами. Жизнь прекрасна, когда Господь Бог дарит вот такое солнечное утро, когда нордыст и его район Скачбрук в солнечном свете. Всем хочется пожелать, как принято в Америке, хороших выходных. 13 ноября 2015 года. Ваш Дэви Аркадьев.